Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. Я рад приветствовать вас в этом новом, маленьком, но тем не менее увлекательном видео, в котором мы будем рисовать камни. А для начала залью фон каким-нибудь таким цветом неба. Вот, думаю, такое вполне подойдет. А теперь мне нужен как бы цвет камня подобрать. А я буду искать темный цвет где-то вот в этой области. Значит, делаю вот так вот. И у меня как бы получается уже достаточно неплохой цвет, который можно использовать за основу. А далее, следующий цвет, который нужно подобрать, этот цвет должен быть чуть-чуть выше и немного правее. Вот уже им как бы мы будем рисовать вот такие вот светлые участки на камне. Однако камни могут быть не только серыми, но и иметь различные оттенки, поэтому как бы не стоит ограничиваться только серой палитрой. Вот, например, такие вот желтоватые камни. Правда, они под этот цвет фона не очень хорошо подходят. Собственно, с цветами, допустим, мы уже разобрались. А как вообще рисовать эти камни, как бы саму форму, как это вообще все делается? А если с этим все плохо, то советую посмотреть, как бы вообще камни в реальной жизни, просто так вот посидеть на лавочке и потупить, посмотреть на камни. Вот, ну желательно, чтобы этого никто кроме вас не видел, ну или хотя бы просто посмотреть их в интернете. Тогда ничего страшного, я думаю, не произойдет. И просто смотря на фото, уже будете рисовать как бы такие вот различные формы. Вот, но можно уже рисовать, допустим, вы посмотрели эти фото, все у вас все окей. А теперь что нам нужно? Пиксельная кисть, которую мы теперь делаем, например, толщину в 6 пикселей. У нас как бы такие вот кубики получаются. И теперь этой кистью, темным вот таким цветом, мы можем уже рисовать что-то вроде таких вот форм камней. То есть сейчас мы просто рисуем силуэты. Камни могут быть как вот такие вот гладкие, такие вот высокие, острые. То есть если вы как бы посмотрели, когда посмотрите точнее, вы увидите, что есть где разгуляться. Может, даже какие-то свои интересные формы придумаете. Вот, можно сразу рисовать либо вот так вот лассо, как бы проводить, делать форму и заливать заливкой. Вот, но как бы не всегда предсказуемый результат получается. А либо просто рисуем уже именно кистью, такой вот однопиксельной, и тоже потом заливаем. Ну что ж, давайте теперь нарисуем какие-нибудь камушки. Нам для этого понадобится всего 3 цвета. А как бы здесь нам вообще 2 хватило. Итак, берем нашу толстую кисть и делаем какой-нибудь вот такой вот толстый камень. Точнее, он не то чтобы толстый, он просто высокий. Сейчас он не кажется толстым. Так, теперь можно переключиться на кисть поменьше, сделать какие-то, так сказать, мелкие правки, и затем уже продолжать работу. В общем, менять размер кисти как бы не запрещается, мягко говоря. На самом деле это как бы нужно в первую очередь, чтобы получать разные интересные формы. Вот, уже что-то интересное по форме начало получаться. После того, как форма готова, мы просто берем уже более светлый цвет. И также либо кистью в один пиксель наносим световые пятна, учитывая, что у нас источник света, например, здесь. Но
закрашиваем эти пятна, можем их как-то между собой там соединять. Теперь, что касается вот этого вот разного шума, а я его не всегда убираю, так как он зачастую создает как раз такой вот текстурный эффект, что добавляет не то чтобы реалистичности, сколько просто такой вот ламповости. Поэтому я как бы на этот повод почти никогда не заморачиваюсь. Вот, теперь, что касается более низких камней, которые, например, могут расположиться здесь, а здесь тоже сразу светом как бы вот так вот их намечаем. А также можно добавить еще какой-нибудь темный цвет, чтобы сделать такие вот более мелкие детали, прожилки, и добавить еще больше, так сказать, глубины. Можно им разделить даже некоторые камни, если есть желание. А главное, как бы, сам вот этот вот эффект, а его не разломать. Ну вот такой вот уже более-менее интересный камушек получился. А можно, конечно, если есть желание, еще какой-нибудь светлый цвет добавить и уже включить здесь маску, чтобы за пределы не выходить. И, так сказать, на верхушке просто сделать такие вот светлые пиксели. Обычно всегда это смотрится прикольно. Так, ну что ж, вот у нас уже один из видов камушков таких острых получился. Можно там еще поиграться с ним, сделать различные, так сказать, детальки, прорисовать. Вот, ну как бы сейчас это не самое главное, не самое интересное. Давайте перейдем к более простому камушку, потому что этот, я думаю, для многих может все равно оказаться сложноватым. Опять же, берем темный цвет, большую кисть, набрасываем быстренько форму, вот такой вот просто простенький даже очень камушек получился. Вот, берем цвет посветлее, уменьшаем кисть, также прорисовываем прям такой вот большой кистью. Вот так вот. Все, здесь можно еще какой-нибудь добавить, такой вот дополнительный, просто чтобы сама композиция была просто поинтересней. Вот, добавляем еще вот такой вот камушек. А здесь вот так вот немножко стереть. Все, теперь тоже по желанию как бы темным цветом добавляем разные там трещинки, прожилки, какие-то более темные участки прорисовываем. Можно отделить, так сказать, один камень от другого с помощью другого цвета, нового. А также можно не оставлять как бы таким вот чистым и аккуратным камень, а делать его более таким вот текстурным, добавляя разные там трещины, прожилки, какие-то там сколы. Это всегда будет смотреться интересно. Вот, и опять же на верхушку можно добавить, так, мне не дает покоя, хочется сделать чуть подлиннее, вот, психанула и сделала такую маленькую текстурку, бывает. А впрочем, здесь также на верхушку просто добавляем немного светлых пикселей, главное, чтобы не получилось как с тем камнем. И можно добавить еще такой переходный цвет. Для этого я активирую передачу и слегка как бы нажимая, у меня вот такие вот полупрозрачные пиксели получаются.
А теперь я с пипеткой этот свет беру, отключаю передачу и уже как бы вот этим цветом все прорисовываю. Добавляю как бы новые детальки. Вот, так он будет слегка объемнее. И самих цветов тоже из-за этого будет немного больше. Ну, можно сказать, сделаем его просто более реалистичным. Вот такие вот камушки у нас получились. Я надеюсь, эта техника вам понравится, и в принципе она должна вам быть понятна, потому что она очень и очень простая. Поэтому пробуйте, делитесь своими результатами у меня в группе в специальном альбоме для подписчиков. И ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. А также подписывайтесь на мой канал и заходите сюда завтра за новым видео. Также не забывайте делиться этим видео со своими друзьями и при желании поддержать мой канал материально. Ну а с вами был Арталаски, и я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра!